Вам нужна поддержка от государства в виде сертификата? Или вам нужен действительно кусок земли, на котором вы будете работать? То есть вы предлагаете альтернативу выбирать? Сейчас многодетные семьи вот с выходом этого закона, получается, борются за кусок земли, а потом его не используют. Член Центрального штаба ОНФ, заслуженный артист России Денис Майданов встретился с представителями общественных организаций, многодетными семьями и родителями детей-инвалидов в Звенигороде. Обсудили ряд важных вопросов, касающихся поддержки института семьи и детей-инвалидов. То есть очень много присутствует таких вопросов. Разовых выплат, а будет дальше, не будет. Да? То есть нужна стабильность в стимулировании демографии. Многодетные не должны получать такого вороха проблем и доказывать потом, что они многодетные, тем более там в разных регионах разные действуют. Льготы где-то действуют, где-то не действуют. Хочется, чтобы по всей стране была отлажена единая система. Родители отметили, что в городе не хватает детской площадки для детей-инвалидов и пандусов. По словам Дениса Майданова, важно облегчить процесс получения выплат и сделать жизнедеятельность особенных детей максимально плодотворной и комфортной для развития. Все пожелания зафиксировал, чтобы обратиться с ними к омбудсмену по правам ребенка. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».